Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей. В группе риска дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп очень опасное осложнение. Инфекция передается от больного человека здоровому во время чихания, кашля или разговора. Именно поэтому рекомендуется ношение медицинской маски. Возможно и контактная передача. Важно вовремя обратить внимание на симптомы: повышение температуры, недомогание, головная и мышечная боль, расстройство кишечника, конъюнктивит – повод для немедленного обращения к врачу.